Как без операции натянуть десну? Что вообще пациенты подразумевают под этим понятием? Когда происходит рецессия десны, существует такой диагноз, когда от зубов уходит десна, она опускается и оголяется поверхность корня зуба. Соответственно, есть показания к устранению данных дефектов, потому что зуб, соответственно, он теряет опору окружающих тканей. Помимо того, что уходит десна, значит, уходит и кость, скорее всего. Скорее всего, этот зуб несет повышенную нагрузку. То есть здесь много причин этого. И, конечно, это нужно корректировать. Без такой операции впоследствии заболевания прогрессируют, и с годами ситуация только ухудшается. Например, сначала было видно 2-3 мм корня зуба, потом половина корня зуба, потом больше половины, и, соответственно, такой зуб, он теряет опору, расшатывается и выпадает. То есть впоследствии самый плачевный результат, который мы можем получить, это потеря зуба. Конечно же, это плохо, конечно же, нужно профилактически вовремя устранять рецессии десны и делать другие манипуляции по уходу, чтобы не случалось таких моментов.